Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Киберпанк, и чем дальше, тем мне интереснее, когда же мы наконец... О, здесь два. Здесь... один. На практике один. Так, хорошо. А у нас в прошлый раз тут было несколько квестов подсвечено. Я точно помню. А куда-то один из них взял и смотался. Вот так вот, нехороший квест. Ну хорошо, давайте тогда вот сюда кабанчиком метнемся. Я думаю, через вот эту штуку. О, мы можем здесь спрыгнуть, в теории. Но я буду осторожен крайне, потому что уже много раз неудачно напрыгался. Ага. Оп. Эй! Скотина. Смотри, куда едешь, урод. Фу. Ну ладно, главное, что мы довольно-таки бодро попали с вами к метро. Оп. А мы с вами отправимся, давайте, сюда же, в парк Дельмар. А, ну так вот. А, во-первых, у нас с вами остался ровно один квест на Киберпсиха. То есть, я так подозреваю, что если это последний квест на всей карте, ну кроме того финального боя, который мы и так знаем, что там, да, то это, наверное, должен быть он, и какая-то развязка нас должна ждать. Ну, то есть мы узнаем, ради чего все наши старания, не страдания. Хотя с парой киберпсихов я пострадал, особенно вот с этой девчулей, которая там стрёмная была, куча труп. Ай. Ви, в этот раз тебе нужно позаботиться о природном равновесии. Один из Валентино убил копа и ушел безнаказанно. Восстанови справедливость. Если узнаешь, кто прикрывает этого человека, я доплачу. Посмотри письмо. Давайте. Нейтрализация. Цель — Хосе Луис. Автобусный парк на Бенко-стрит. Пару недель назад на улице застрелили полицейского. История каких много. Ребята из Валентино поспорили с копами, и некто Хосе Луис схватился за пистолет. Следствие прекратили, а полицейским в местном участке сказали забыть о месте. Интересный поворот событий, правда? Видно, у Хосе где-то там очень хорошие друзья. Теперь читай внимательно. Кое-кто из копов хочет, чтобы Хосе все-таки наказали по заслугам. А если узнаешь, кто в полиции прикрывает Валентина, я тебе доплачу. Удачи. О, даже так. Ну, давайте доберемся и узнаем. Я так подозреваю, чтобы узнать, нам надо будет какой-нибудь терминал взломать или что-то такое. Вот мы возле автобусного парка. А, полагаю, что вот эти... Оф. Чё, сразу? Ну, хорошо. Камера есть где-нибудь? Вот это чё? Не камера. Есть прожектор. Ну, прожектор хотя бы позволяет нам взломать протокол. Так. Ну, всего в избытке, поэтому давайте... И как бы нам... Во, Е9, 7А, 1С, 7А, цин-цин, 1С, Е9. О, вообще по полной, короче, им отправили запрос. Ого. А что за звуки стрельбы такие? Ну и самое время, наверное, начинать киберпсихоз. Так, а мы с вами... О, я бы вот сюда залез. Вот, кайфули вообще. А, все, нас тянули в бой. Ха-ха. А все-таки в наводящихся пулях есть какой-то кайф. А ты кто? А, заражение. Может, кому-нибудь запрос еще кинуть можем? Можем кому-нибудь запрос кинуть? Можем... Может, ладно, давайте прекращать играться. Эй. О, Хосе Луис был подбит. Ну, Хосе Луиса-то мы сейчас добьем.
Раз. Вот от девчули что-то как-то не, нет, не проходит. Видимо, все-таки где-то она стально. О! Блин, нормально. Хорошо, мы можем еще один запрос кинуть. Так, ну, местонахождение Хосе Луиса мы знаем, нам, в принципе, этого достаточно. Вырубаю. Так. Ха, бой. Хотя я уже все. Но, в смысле, не вижу никого, кто в этом бою бы участвовал. И почему заказ называется «Короткая цепь»? Я думал, какое-нибудь слабое звено, ну что-нибудь такое будет. А «Короткая цепь» как-то вообще смысла не несет. Ну, как по мне. Новый чип. Сексохром. Ладно. Обидно, что в бою мы с вами не можем сохраняться, соответственно, придется действовать чисто это по наитию, так сказать. Да выключайся. Где-то тут этот говнюк лежал. И... О! Ну, ребятки, давайте бой закончим. Вот без вот всей, без вот этой всей шняги, а? Хоть раз. О! Хосе, кажется, все. Так, и узнать, почему полиция прекратила расследование. Я так думаю, если мы сейчас почитаем сообщение, что у нашего терпения есть граница. Мы утащили тебя из тюрьмы, потому что вложили в тебя деньги, а у нас деньгами разбрасываться не принято. Но это не значит, что ты неприкосновенен. Сделаешь еще одну ошибку, снова попадешь в какую-нибудь перестрелку, и вместо помощи получишь веревку на шею. А, Росака. Все. Ну вот, мы все сделали. А вопрос только, какого фига мы с вами все еще в бою. Да, кстати, совсем забыл вам показать. Кажется, я не показывал эту пищечку. А мы с вами можем создавать... Ладно, сейчас бой закончится, и кто-нибудь мне, воображаемый мой подписчик, который меня смотрит... Прекрасный, кстати, персонаж, надо его ввести на канале. Назовем Коля. Вот, Колян напомнит нам, что надо сделать. Что я хотел рассказать. Если я вдруг не расскажу, вините Коляна. У нас просто была тема такая, в конторе было довольно-таки много народа, и когда не знали, у кого день рождения, просто поздравляли Коляна. Так, все, да? Ха. О! Это Ви, я разобрался с Хосе. Превосходно. Блестящая работа. Выяснил, кто вытащил его после убийства копа. Арасака. Арасака. Ты хочешь сказать, в убийстве простого легавого замешана мегакорпорация? Смерть Джеффри была случайностью. Хосе прикрывали. По-другому поводу. Рассказывай. Вместе со своими людьми он должен был организовать налет на офис Арасаки, взяв с собой оружие милитех. Арасака заказывает нападение на себя же. Охренеть. Тебе надо скорее убираться оттуда. Лучше попытаюсь накопать информацию, раз уж я все-таки здесь. Да не найдешь ты там ничего нового. Все уже забрали наверняка. Ты знаешь больше, чем говоришь. Выкладывай. Это только мои предположения, но... Ну говори. С большой вероятностью Арасака хочет серьезного конфликта с милитехом. Может, даже полномасштабной войны. И что? Хосе должен был дать им повод? Звучит не очень убедительно. Не один только Хосе. Были и другие инциденты. По той же схеме. Все куда сложнее. А милитех? Ну, они ведь наверняка что-то подозревают. Наверняка. Но милитех не хочет войны. Они будут тянуть время, чтобы подготовиться. Кое-где такие сведения стоят кучу еды. Нет, и тут я умываю руки. Это не мое поле и не моя игра.
Увидимся. Да, до встречи. А, вопрос мы с вами в бою вот из-за этих Васей. Давайте проверим. Но все-таки мне хочется из боя-то выйти, наконец. О, ты можешь забрать свой бонус. И еще одна просьба. Давай забудем об этом заказе раз и навсегда. Я его закрываю. Ха. О, все, отлично. Да, благодаря тому, что мы вот этих вот чувачков вальнули, мы с вами вышли из боя, а, соответственно, я смог сохранить игру. Тут самое главное вот это, потому что если вдруг внезапно кто-то тебя из-за угла подло вальнет, ну или я наступлю на мину, что случалось и не раз. Или у нас подвиснет вот этот вот звук теперь вращающегося барабана, блин. Да, звук подвис, стоит признать. Окей, забираем награду. Опа. Ну и задание выполнено. Звук. Так вот, спасибо Коляну, что напомнил. Мы теперь можем с вами делать вот такую гранату нос Азоба. Ну, точнее, давно уже могли. Я просто, ну, не стал их крафтить, а показать решил. Вот. Сейчас я загружусь и снова с вами встретимся. Не, ну, все это, конечно, прекрасно, ребятки. Но где мой последний киберпсих? То есть, куча тачек, да. Кровь и кость, окей. Но, ну просто как-то гнусно, что есть квест, но нет способа его решить. Серьезно. Плохо. Квесты-то как бы все. This is it. А ладно. Чего делать? Давайте вот сюда, например, добежим. Ну, не, вот это вот место поближе. И отправимся домой, немного поспим. Хотя тут у полицейских проблемы какие-то. Но... Ха. Это кто? Это... Нет. Банда Валентина. Ага. Ну, давайте тогда поможем несчастной полиции, которая, судя по всему, просто бессильно тут что-либо сделать. Васян, отправка завершена. Что? Что за нафиг? А это кто? А, это тоже Валентина. То есть, тут надо как-то осторожно делать. Что происходит? Ладно. Игра нам как бы намекает, вали отсюда. Но давайте валить отсюда, потому что... Иначе придется еще разок-другой загрузиться, просто чтобы разобраться вот с этой надписью на экране, которая не сказать, чтобы нам сильно помогала. Но я надеюсь, что как только мы с вами свалим из этого богом забытого места, у нас она пропадет. Ну что, никуда нам не надо. Давайте отправимся домой и поспим. Немного мы, получается, с вами сутки перевернули. А, прекрасный вот этот глюк у нас теперь так и будет висеть. Просто прекрасно. Я надеюсь, при загрузке он пропадет. Ну, по крайней мере, ото сна его меньше не стало. Буф. А, кстати, что в журнале? А, второстепенное задание. Автострады. А, Исида Бес. Давайте попробуем еще раз позвонить, а? Видимо, надо по основной сюжетной веточке чуть подальше пройти, чтобы она стала доступной. Хорошо, найти и обезвредить киберпсихопатов. Вот я все как бы выделил. Может быть, тоже, да, надо... По основной сюжетной ветке чуть нам дальше продвинуться. Вот ведь. О, новое место. Ага. Может быть, оно. Что-то квесты, то их видно на карте, то их не видно, но ровно как с нашим зрением. Хорошо, давайте я дождусь, пока оно доотправится. А, загружу, сохранюсь, загружусь, и мы с вами
типа воспользуемся точкой перемещения, чтобы отправиться к тому вот квесту. Посмотрим, что из этого в итоге выйдет, потому что вот этот вот Васян, он мешает. А, все, он сам пропал. Спасибо. Спасибо ему за это. Сюдым. Вообще, вы знаете, время так, такое, что если тут киберпсих, черт бы с ним. Давайте сначала побоксируем. Да блин. Прелестно. Прелестно. Эй, куда 1,3 километра? Вы чё? Вот. Подождать финального боя. А, представляете, да? Типа спортсмен, который в финале, не знаю, кто угодно. Хабиб с Мейведером. Да? Вот. И Хабиб такой просто на скамейке ждет. Ну, типа, блин. Ну, сейчас пока не время. Чё, до вечера надо ждать, да? О, фак. Алина Лотбогу Салла. Яптанню. Ага. Полночь. В прошлый раз мы пришли в это же время и хренушки. Вообще. Ну. Так. Я надеюсь, что глюк с этим, с ножичком еще в действии. Что теперь? Ясное дело, что бой за чемпионский титул выйдешь против Сьюза Бритни. Нет, у него какой-то одеколон в спонсорах. Очень, блядь. Он трехкратный чемпион в тяжелом весе. Я даже и не надеялся его здесь увидеть. Он же крутейший спортсмен. У него корпорация спонсор. Но его агент там сказал, что это будет клевым пиар-ходом. Ньюс возвращается к истокам, потому что он все тот же простой парень с улицы. У меня есть шанс. Хороший вопрос. Ты крутой, Ми. Очень крутой. Но этот парень прямо углеродное волокно, титановые кости, гидравлический сустав, работа лучших биомехаников на Эксити. Не знаю. Может, Виктор чего подскажет? Виктор здесь. Еще спрашиваю. Он такое не пропустит. Но если уж совсем честно, шансов у тебя маловато. Если бритва все равно будет, чего не заработать на его победе? Не, я пас. Эй, ты еще не знаешь, что я хочу предложить? Догадываюсь. Не интересует. Мне победа нужна. Под давки я не играю. Давайте тогда посмотрим. У нас сейчас с вами признание 45%. Даст ли это нам какое-нибудь признание? Ну, а мы с вами еще... Здесь же вроде бой будет проходить. Давайте заранее кинем на пол катану. Я надеюсь, никто из проходящих мимо ее не подберет. О, как мы ее кинули мастерски. Так. Ну что, вы готовы к бою? А где? Где это? Вот, я хотел с вами поговорить. Ви, что ты тут делаешь? В смысле? Пришел посмотреть на главный бой года. Весь город гудит. Так что ты не подведи меня, давай. Ну, здорово, что он за нас болеет. Я готов. Дамы и господа, присоединяйтесь. Начинаем наш долгожданный финал. Сегодня в бою сойдутся Ньюс Бритва и Ви... О, черт, пока есть время. Давайте-ка с вами упорим стимулятор здоровья. Стимулятор выносливости, вот этот. И тут есть еще всякие... Во, запас выносливости еще на 10%. И были еще какие-то 5% штучки. Вот так вот. Не слышу вас! Ну,
своим углам! Ага. И, здорово. Как настроение перед боем? Отлично. Прям руки чешутся. Хороший настрой — это уже половина победы. Только вот одним оптимизмом ты бритву не победишь. Уж поверь мне на слово. Это как понять? Парень — настоящий танк. Реал скин из нановолокна, удара поглотители. Его можно по башке молотом бить, он глазом не моргнет. Спасибо, успокоил. Да погоди ты, блядь, я не закончил. У него есть слабое место. Ему неделю назад меняли мышцы пресса, и они еще не до конца прижились. Попадешь туда — ему будет больно. Очень больно. Спасибо. Я это запомню. Мы сидим нога на ногу? Готовы? Начинаем? А, можно начинать! Я бы встал. Да, начинай. Тихо, стоп. Пусть победит сильнейший! Что ж, за кучу попыток я успел узнать, почему не работал наш глюк с катаной. Для этого просто у нас должны быть заполнены все слоты оружия. Тогда он работает. Ну и, короче, главная фишка в чем? Ждем его прыжка, как помните, с чувачком, который Цезарь был. А, наносим ответный удар и не попадаемся на его еще один удар. И все. Заставляем его быть в атаке. Вот. И потом по спине его рубаем. И все. В теории. Но я еще, естественно, не выиграл, иначе бы мы сейчас с вами не продолжали наш разговор. Но, к счастью, катана действительно блокирует весь урон. Ну, о, хорошо рубанули. Ну что, иди сюда. А, так, два удара и назад. Если задержаться, он может свой мега-удар сделать, и тогда нам тут же хана с одного его удара. Поэтому стоим в защите, а в бок вообще, кстати, элементарная тема. Полчаса, ребят. Думаешь, на этом все? Думаешь, я просто так тебя отпущу? Думаю, да. Если у тебя мозги есть и жизнь, дорогая. Это только начало. Мы с тобой еще встретимся. Через день, через год. Мы не последние. О, тогда до встречи. На тренировке не забивай. Ну что, ребятки, мы чемпионы. Ой, Хьюз-бритва снова подвис в нашем этом. Все, здесь квест закончен. Но вот тут есть пара разбоев, так что... И вот тут, кстати, есть разбой. И мне не хочется больше никак напрягаться сегодня, потому что... Ну, это было нечто. Вот что я вам скажу. Кстати, а здесь же точка совсем рядом, да? А давайте тогда сначала... А, ладно, все равно бегать. Ладно. А раз все равно бегать, то давайте на разбой сходим. Фу, я весь просто вспотел насквозь. Вы не представляете, насколько это напряжно. А, пока я не понял, что раз катана целиком и полностью блокирует урон от его атак. И, в общем-то... Момент номер два. О, кстати, нам надо катану-то это убрать. Момент номер два, если... О, слава не возросла при этом. Жаль. Вот. Если после этого мы с вами наносим только пару ударов и не попадаем на его сильный удар, то ничего не происходит. Ну, то есть, эта битва примерно как вот с Цезарем, только с небольшим нюансом. В общем-то, нюанс заключается в том, что не надо его продолжать калашматить, а надо вовремя отступить и не жадничать. Тогда все будет хорошо. Привет, Ви. Майка звонила. Перед закатом встречаемся у Мегабашни. Ты придешь? Конечно.
Перед закатом? Обалдеть. Так, чё, турель? А, кстати, если мы узлом протокола кинем, то турели все станут и так дружественными. 1С, 1С, 7А, 1С, ПД, 1С, 1С. Вообще просто прекрасно. Все закинули им туда. Так. Блять! Ну и дружественный турель, я думаю, может уже начинать нам помогать. Нет? Как тебе такое? Это когда-нибудь кончится? Что-то как-то турели очень мало всего сделали. А, не, вон там еще одна. Оба! Говнюк! Фу. А вот это вот было бы сейчас вообще пипец печально. А что там за чумба? А, ладно. Даже не будем узнавать. Разговор короткий. Замыкание и все. И отдыхай. Тупой скальпель. Неплохое, кстати, уличное погоняло для бандита. Миша и Дэн. Архивный диалог. Но пока у нас не вылезет этот чип, чтобы его прочитать, потому что он может к чему-нибудь вести, но, скорее всего, ни к чему не ведет. Так, здорово. С этим разобрались. Теперь отправляемся с вами вот сюда, чтобы отправиться с вами вот сюда. Я думаю... Блин, время эпизода уже давно у меня сбито, если чё. Ну, просто потому, что... Так, стоп. Я куда сказал? Вот сюда мы отправляемся, да? Да. Ну, просто потому, что вот этот бокс, он отнял все вообще и физические, и моральные, и какие только были силы. Но мы чемпион. Жалко, что под конец непонятно, с чуваком мы вроде поговорили, а тренер нас проигнорил. Но, возможно, он видел, что мы немножко пользовались катаной. Но вряд ли. Так, кстати, что у нас там? Дворцовый переворот, Красный Пророк. Да, все, мы боксерский чемпион. Ну, еще у нас есть автомания. Но этим, я думаю, мы займемся как-нибудь в следующий раз. Итак, мы с вами... А, стоп. Помните, тут где-то был вот тут вот. А, это так появись. О! Сюда. А, я очень надеюсь, что у нас там... Вот. Ви, это было охренительно. Ты просто супер. Спасибо. Ну, все. Че? Я, да, молодцы мы. Так. И... Бум. Ну, пошли смотреть. Я, в общем-то, да, хочу уже финального киберпсихопата одолеть. Это должен просто... Да, ну на... Еще одна блудная дочь Господа нашего ждет воздаяния за грехи. Я ищу того, кто поможет ей как можно быстрее явиться на суд Божий. Посмотри письмо. Да ты задрал, отец. А, Такер Альбах. Многоквартирный дом на углу Скофилд-стрит и Синкиан-стрит. Недавно в Глене погибла девушка. Расит ее звали. Я ее знал. 17 лет. Улыбка, как на картинке. Попала под машину. Я видел запись с камер. Ей чуть ноги не оторвало. Если бы ее сразу отвезли в больницу, может, она бы и выжила. Но была ночь, улицы стояли пустые, водитель скрылся. Полиция установила, что сидел за рулем некая Такер Альбах, заместительница директора по хер знает чему в Киросе. У нее была страховка от таких случаев, поэтому копы ничего не смогли сделать. Страховщик увеличил ей взнос, вот и все наказание. Так дела не делают. Справедливость выглядит иначе. Око за око, зуб за зуб, рука за руку, рану за рану. Отомсти за Роситуи. Ну вот. Совсем грязную работу мы что-то делаем для этого уродца. Ау. Так, ну ладно. Опытная... А, у нее тут охрана. А у опытного охранника бывает киберпсихоз. Вау. Кстати, еще бы запрос. А мы видим? Мы не видим нифига. Выходи с поднятыми руками. Вот это обидно. Внимание, ща. Вижу... Вот запрос можем кинуть. Нет, я не хочу. Ух ты. О. Ну-ка. Если мы вот здесь подымемся. Так. О, фак. Эй. Там пока происходит просто нечто. Знаете,
Прям это, муравейник резко ожил. Или улей разворошили. А кто это? Охранник. А тебе замыкание не нужно ли? А тебе... А, нарушение моторики. Воу. Я боюсь, что наш чумба так подключит копов. Мне бы очень не хотелось ко всему этому подключать копов. Давайте и запрос еще раз кинем, что там происходит. О, тут некто. А, ты. Тоже с ума сошел. Ой. Так, а кто еще там тусит? Всем приготовиться! А, ну и надо бы девчулю саму навестить. Где-то же она тут должна быть. О, вот она, наверное, где-то а? Тут. Что? А, непрошенные гости. Не знаю, кто ты, но могу точно сказать, что ты совершаешь большую ошибку. Ты накосячила. Но девчонка из бедной семьи, и ты решила, что все болт забьют на эту историю. О, стой, стой, ты о чем? Какая еще девчонка? Которую ты по капоту лимузина размазала. А, это! Фу. Я уж решила, тебя конкуренты подослали. Это просто недоразумение. У меня есть страховка на случай таких происшествий. Компенсацию уже выплатили, все в порядке. А что касается твоего заказа, мы с тобой договоримся. Мы же профессионалы. Страховка от ответственности за убийство в результате ДТП? Вот мы дожили. И ты думаешь, ее отец возьмет деньги и утрется? А кто ее заставлял прыгать под колеса? Давай как взрослые люди. Я плачу деньги, ты меня не трогаешь, я уезжаю из города. Да, нет. Едешь прямо сейчас. В морг. На всякий пожарный. Архивный диалог. Меня зовут Марлон Фушина. Вы меня не знаете. Но это и не удивительно. Такие, как вы и я, редко пересекаются. Вы работаете в небоскребах, а я подметаю тротуары. Конечно, бывают исключения, обычно трагические. 2 недели назад вы сбили на переходе девушку. Было поздно, темно, никто ничего не заметил. Если бы вы остановились и вызвали скорую, может, она и выжила. Но вы, наверное, спешили на важную встречу или в бар. Девушка погибла. Ее звали Розита, это была моя дочь. Из-за вас мне пришлось ее хранить. Я собирал деньги ей на учебу, всю жизнь откладывал монетку к монетке. Они не пропадут даром, пойдут на доброе дело, на гонорар убийцы, который прострелит вашу бесполезную голову. Марлон Фушина. Ну, в таком случае я вовсе даже и не против того, что мы тут выполняем немножко грязную работенку. Ну как немножко грязную? Все-таки справедливость-то восторжествует. И у нас есть там еще одни... От нее один чип. Ух ты, тут их много на самом деле. Ребекка Прайс и неизвестный пользователь. Я делаю, что могу. Меня твои оправдания не интересуют. Новое оружие должно быть у меня до конца недели. А если его не будет, не смей ее трогать, урод. Тогда ты получишь еще один палец. А, стоп, это вообще не то. Это вообще, кажется, не то. Ха. Так, ну, видимо... Ну, ладно. Твою ж мать! Веслава Шимборская. Так, а мы с вами отсюда выбираться хотели. Ну, то есть тут, конечно, можно много чего пособирать. А, но самое, наверное, толковое будет сейчас отправить какой-нибудь запросец куда-нибудь. Да? А, переключиться обратно на снайперку. Добить вот этих вот непонятных кривляк. О, все. Спокойствие. И нафиг. И сошел на него Дух Господень, и пошел он в Аскалон, и убил там 30 человек, плюс Такер Альбах. Молодец, Ви. Крови было многовато, конечно, но работа сделана. Ха-ха. А, ну что ж, я предлагаю на этом этот эпизод и закончить, потому что, фух, я еще от бокса не отошел. А,
Посему спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Зуклик, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбоа, Антону Церу и брату Монзо за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Спасибо огромное всем вам, ребятушки, что вы все еще здесь. Ну и до встречи в следующем эпизоде. Удачи, счастливо, пока-пока!